вот поддон от двигателя ВАЗ-21083. Ну, как бы сказали, что он новый, когда привезли мне. Ну, какой же он новый? Вот краска вся облазит, здесь уже облезла. Ну, это, наверное, такая заводская краска, я не знаю. Вот. Ладно, сверху она облазит, черт с ней. А вот когда она внутри облазит, видно здесь? Когда она внутри облазит, вот смотрите. Видите, вот эти ошметки, это же все пойдет и начнет забивать вот этот вот маслоприемник. Вот этот маслоприемник начнет вот эти все ошметки забивать. Вот на иномарочных движках я вот такого не замечал, чтобы так лохмотьями облазило. Да, тем более здесь масло. Зачем здесь вообще было красить внутри? Здесь все время должно быть масло. Так, что в поддоне главное? В поддоне, когда его заворачивали, а его уже заворачивали, вот герметик старый, видно его? Вот этот новый поддон, когда его приворачивали болтами на 6, ну, предположим, вот болт на 6, вот он приворачивается, и вот это место, когда ставят прокладку сюда, из-за этого я не люблю прокладки ставить на поддоны, не люблю ставить прокладки. Это подсмотрел я у иномарок, они прокладки не ставят. Обмазывают вот это вот все герметиком, вот это место. И на нормальный момент, то есть 7, 8, 10 ньютон закручивается. А когда кладется сюда прокладка, эта прокладка продавливается, и вот эти места, они становятся жесть, вот с этой стороны выпуклой. И вот в это место может подтекать масло. Поэтому мне сейчас нужно что? Мне нужно сейчас взять и вот по этим местам ударить, ну, подставить здесь, вот так, например, палочку, вот так вот подставить палочку, и выправить вот эти места, чтобы поддон оказался как можно ровнее. Прокладки с завода, которая должна быть, я намазываю герметиком. Герметиком и дам потом ему просохнуть хорошо, чтобы он превратился как бы уже в резину, но не совсем еще стал резиной. То есть примерно полчаса, минут 40 им надо будет высохнуть. Понимаешь? Да. Так, вот примерно ушло четвертая часть тюбика. Может, меньше. Теперь я должен здесь сделать вот такой типа валика. Когда он прижимался, он хорошо обжал, и никаких подтеков масла. Иначе, сколько бы я ни ставил прокладок, устанавливаю с герметиком, и под прокладку все равно бежит масло. Может, у меня руки не с того места растут, не знаю. Но я для себя решил раз и навсегда, что на поддон, какую бы машину я ни монтировал, я буду лепить герметик. Ну, кому нравится, пусть делают прокладки, я не спорю. Прокладка так прокладка. Скажут, вот на заводе не дураки, придумали прокладку. Ну да, не дураки. Только прокладка должна быть из соответствующего материала. И поддон не покрашен кисточкой, от которого отлетает краска. Тогда да. А когда не дураки придумывают, а дураки потом делают, получается очень нехорошо. Все прокладки бегут. Да. Запчасти. Куда бегут прокладки? Да. Нет, город супруга, Петербург. Супруга подсказывает, прокладки бегут. Видимо, ей это знакома тема. Лучше, чем мне. Может, они протекают? Не протекают. Протекают, то есть протекают. Мы сделаем без протечек. Наша прокладка будет без протечек.
Как в рекламе. Типа с крылышками. Да, совсем. С крылышками, с хвостиками, и с клювиками. Снимаешь хорошо? Отлично. Ты наслаждение испытываешь, что? Какое наслаждение? Мне надо сделать бортики, я же тебе говорю. Потому что когда он прилипнет, где-нибудь ямка будет, и она не закроется. Все, можно снимать.